Ну, расскажу, что я использовал. На этом ПО-33 записан сэмпл хай-хедов. И второй. Нет, не этот. Вот этот. Да, и это обычная петля, которая подогнана под 120 BPM. На спикере у меня находится сэмпл голоса. В этих паттернах я вот нарисовал такой отрывистый рисунок. А здесь паттерны уже с полным сэмплом. Изначально скорость была 125, и я его замедлил под 120 и загнал в спикер. И этот сэмпл обрабатывается вот таким вот дилеем, давая небольшое эхо. А вот на втором ПО-33 уже записан ваншот аккорда. И он также обрабатывается тем же дилеем. А раскачивает всю эту историю ПО-32. Он отвечает за бочку и бас. Бочка. И бас. И ПО-32, и вот эти хай-хеды обрабатываются вот этим ревербом, чтобы размазать звук перед дропом. Также эта педаль дает возможность срезать низкие частоты. Как будто к клубу подходишь такой, и сейчас начнется что-то просто невообразимое. Вот это мой сегодняшний сетап. Конечно, эти педали всего лишь украшения, и можно легко обходиться без них. Кстати, у меня на канале много видео с покетами, которые записаны без этих педалей. Так что экспериментируйте, пробуйте и веселитесь. Всем мир!